Нежданно-негаданно разработчики нам внезапно затеризерили нашу любимую Йоми. Давай посмотрим повнимательней, что же умеет эта юная девушка, балующаяся фейерверками. Большой всем телени привет, с вами на связи Аркадий Talk & Wait. Да-да-да, как раз таки, когда мы проходим основной сюжет нашей новой Инадзумы, у нас появляется квест Архонта, в котором как раз таки мы и знакомимся с Йоми, и нам дают потестировать Йоми вживую. Поэтому давайте посмотрим, что же она умеет более подробно, потому что первый взгляд я сделал и там допустил некоторое количество ошибок. Так что будем считать то, что это видео исправление. Давайте сначала, как обычно, посмотрим на ее базовые навыки. Обычная атака. В принципе, выглядит она более-менее по стандарту. Единственное то, что атаки достаточно быстрые. Особенно прям первые выстрелы, там двойной выстрел идет. Это выглядит достаточно интересно. Но при этом у нее есть особенность. Это заряженные выстрелы. Когда мы делаем заряженный выстрел, более чем просто заряжаем, так же как и у Ганьюй, у нас накапливаются дополнительные заряды. Максимально мы можем накопить 3 дополнительных заряда. В этом случае, когда мы выстреливаем с зарядами, к нашей обычной автоатаке добавляются еще 3 маленьких ракеты, которые летят и самостоятельно наводятся на наших противников, нанося им дополнительный пиро-урон. То есть это такая возможность дополнительно нанесения точечного урона, потому что я подозреваю то, что эти ракеты вполне могут лететь именно в одну цель. То есть если у Ганьюи мы наносим урон по АОЕ, да, мы накрываем там конусом, то у Йоми именно ракетки будут лететь, возможно, в одну цель, либо же в несколько, в зависимости от количества противников. А далее у нас Ешка. Огненный танец Ниваби. Этот навык очень сильно похож на навык Хутао, только в отличие от Хутао мы саму себя не дамажим. Как только мы активируем эту способность, наши все базовые автоатаки получают статус пира и получают дополнительную силу атаки. Но при этом существует сразу же минус. Наши заряженные атаки перестают накапливать дополнительные заряды ракет. В принципе, ничего такого особенного про этот навык сказать нельзя. Да, мы просто перекрашиваем наши атаки в огненные и при этом получаем дополнительную атаку, которая зависит как раз-таки от нашей базовой атаки. Очень простая обилка, прожимаем ее по КД, чтобы можно было наносить как можно больше урона. Именно с обычных атак, а не заряженных. Поэтому как только мы собираемся в большое количество пиро урона, наши базовые атаки начинают наносить еще больше урона, и так по экспоненциальной. Что у нас по ультимейту? Ультимейт называется камнеломка Рюкин. Это такой большой-большой фейерверк. При использовании ультимейта наша Йоми впрыгивает в воздух и выстреливает по площади противников большой-большой ракетницей. И после этого один из противников помечается специальной меткой. Каждый раз, когда любой другой член отряда, кроме Йоми, наносит урон по этому персонажу, то происходит небольшая детонация и всем окружающим противникам наносится пиро-урон. Если противник с этой меткой умирает, то эта метка с оставшимся временем существования переходит на другого противника, и там уже спокойненько висит. Что тут можно сказать по этому ультимейту? Этот ультимейт чисто саппортовская штука, то есть мы его запустили и спрятались на другого персонажа, чтобы мы могли наносить урон именно еще и от этой самой метки. Если мы будем рассматривать Йоми как мейн керри, то мы вообще не будем стараться этот ультимейт использовать, потому что в принципе он нам дает только вот разовый урон, а дальше вот метка что висит, что не висит, нам в принципе пофиг. Большой, конечно же, вопрос, будет ли эта метка срабатывать в том случае, если по цели ударяют призванные существа. Допустим, тот же самый Ос, тот же самый Гоба, призванные бомбочки от Моны, от Ганьюй. Если это будет активировать взрывы, тогда да, можно будет рассмотреть как дополнение к урону от основного урона самой Йоми. Если же нет, тогда это чисто саппортовская обилка. Что там по прокачке нашей Йоми? Для прокачки Йоми нам потребуется убивать новый пирокубик, поэтому если вы хотите повыбивать Йоми в будущем, уже можете потихонечку запасаться кусками с этого куба. Также, само собой, пирокристаллы, а рога с Аджахи тоже нам пригодятся. Ну а также нам потребуются свитки от наших любимых шамачурлов. В качестве прокачки для талантов нам нужно будет фармить новое подземелье на новые свитки талантов.
Замечательно. Давайте теперь посмотрим на пассивки, что умеет именно с пассивок сама Yomi. Первая пассивка исследовательская. Когда мы будем крафтить какую-то либо мебель в нашем чайнике безмятежности, мы имеем 100% шанс восстановить часть потраченных материалов. Честно говоря, крайне бесполезная пассивка, потому что мы и так имеем большое количество реагентов для крафта мебели, мы там ничего такого не тратим, мы в большом количестве можем вырубать деревья и камни, и проблем никаких не будет. Пассивка, по-моему, вообще просто крайне трешовая. Первая боевая пассивка звучит очень-очень интересно. Когда мы активируем нашу Ешку и наносим урон при помощи наших базовых автоатак, мы повышаем бонус пиро урона на 2% за каждую автоатаку. Данный бонус работает 3 секунды и может складываться до 10 раз. То есть вы понимаете, за действие время пассивки мы можем настакать себе 20% бонусного огненного урона, что достаточно неплохо для пассивного таланта, открывающегося при прокачке нашей Yomi. Вторая пассивка будет работать на наш ультимейт. Каждый раз, когда мы активируем наш ультимейт, сила атаки всех союзников, находящихся вокруг нас, увеличивается на 10% на 15 секунд. При этом, если у нас активна наша первая пассивка, то есть та, которая увеличивает наш пиро урон, она также дает дополнительно по 1% силы атаки за каждый стак. То есть мы в совокупности можем поднять дополнительно силу атаки наших союзников на 20%, что тоже достаточно неплохо. То есть тут у нас возникает вопрос, кем же все-таки Yomi у нас будет? Будет ли она мейн керри, либо же она будет таким гибридом с саб-ДД, которая будет постоянно улучшать наши отряды, да, тем, то, что будет давать им дополнительный урон, либо же таким вот гибридом, который может быть и тем одновременно. Окей, теперь поговорим про то, что фри-ту-плейщикам никогда не светит, это про созвездие на нашу Yomi. Рассмотрим все 6 штук. Итак, первое созвездие увеличивает длительность существования метки от нашего ультимейта на 4 дополнительных секунды. Кроме того, если противник умирает под действием этой метки, сама Yomi получает увеличение силы атаки на 20% на 20 секунд, что достаточно неплохо. Второе созвездие. Каждый раз, когда Yomi наносит пиро криты, ее бонус пиро урона увеличивается на 25% на 6 секунд. Этот бонус может срабатывать даже в том случае, если Yomi не находится на поле боя. Третье созвездие увеличивает уровень нашей Ешки на 3 дополнительных уровня. Четвертое созвездие откатывает нашу Ешку в том случае, если наша метка взрывается, наша Ешка откатывается на 1,2 секунды. То есть чем чаще будут взрываться наши ультимейты, тем быстрее будет откатываться Ешка нашей любимой Yomi. Пятое созвездие увеличивает уровень нашего ультимейта дополнительно на 3 уровня. Ну и последнее, шестое созвездие. Когда мы активируем нашу Ешку и используем наши базовые автоатаки, Yomi получает 50% шанс выпустить дополнительную стрелу, которая нанесет дополнительный урон. Причем урон считается уроном от обычной атаки. Вот такой вот персонаж у нас получился. А честно говоря, у меня достаточно смешанные чувства по поводу этого персонажа, да? То есть, в принципе, она, с одной стороны, основано на том, то, чтобы мы наносили как можно больше урона, находясь на поле боя при помощи нашей Ешки. Да, то есть мы красим наши атаки в пиро и базовыми атаками просто стреляем по соло-таргету, без использования заряженных атак. Но с другой стороны, при этом нам нужно использовать наш ультимейт, а чтобы использовать наш ультимейт наиболее эффективно, нам нужно свичиться на других персонажей, чтобы Ешка наша взрывалась и наносила как, хоть какой-то дополнительный урон. С другой стороны, да, мы можем типа прожали Ешку, отстреляли свое время, дали ультимейт, прыгнули на других персонажей, пока Ешка у нас у Yomi находится в откате, посидели некоторое время на вторых персонажах, подамажили и свичнулись обратно на Yomi, заюзали Ешку и так по кругу. Возможно, именно такой принцип геймплея на нее и рассчитан. Что, в принципе, можно будет на нее собирать? Я думаю, то, что вот новый сет артефактов, который нам показали, который высасывает энергию из нашего ультимейта и при этом усиливает нашу атаку. Вот я думаю, именно для нее как раз-таки этот сет будет очень-очень замечательно смотреться, если именно она будет играться как мейн керри. С другой стороны, вы спокойно можете сделать из нее саппорта, который будет чисто закидывать ультимейт и за счет этого жить. Вот, в принципе, такая вот Yomi у нас получилась. Будем очень ждать ее баннер и особенно ждать, кто же будет в этом баннере. Ну а на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока.